Резнов. Ты будешь отвечать на наши вопросы. Понял? Вы кто вообще такие? Это не важно. Важно, кто ты такой. Пошел как ты! Как тебя зовут? Где ты родился? Москва, Россия. Тебя зовут Алекс Мейсон. Ты родился в Фэрбэнксе, штат Аляска. В 61-м ты служил в ЦРУ, в команде ликвидаторов, известной как Операция 40. Это так? Это так? Да. Где находится станция? Я не знаю, о чем вы говорите. Цифры, Мейсон. Что они означают? Откуда их передают? Ничего я не знаю, ни про какие цифры. А тут насчет Дратовича. Помнишь его? Расскажи нам то, что мы хотим знать, и мы гарантируем тебе безопасность. Так, начнем сначала. Куба, 61-й год. Залив свиней. Мы знаем, что ты там был. Нет. Не дури мне башку, Мейса. Я знаю, когда ты врешь. 61-й, залив свиней, что там было? Там всех убили. Враг бесполезно, Мейса. Мы знаем, что там был ты, Вудс и Боуман. Вудс. Боуман. Кастро. Мы хотели убить Кастро. Скоро сюда заявится полиция. Надо торопиться. Вудс, как жизнь? Живу, Карлос. Боумана помнишь? Карлос. Это Мейсон. Карлос. Достал, что надо? Он будет здесь, на плантации. Моей плантации. Нападение на аэродром отвлечет их, а вы войдете внутрь. А что потом? Вас заберет транспорт. Успейте только. Отлично. Мы не одни. Saca los papeles. Ahora. ¡Sal de aquí, puta capitalista! ¡No me toques, hijo de puta! ¿De dónde tú eres? Я сказал, откуда вы? Не дергайся, Вудс. Жди. Тобой говорю! Ладно. Все готово. Собирайтесь. Извини за бар, Карлос. Нет проблем. Мы разберемся с делами. Это última advertencia. Люди выходят из машин. В руках дробовики. Боуман, Карлос, прикрывающий огонь. Будем пробираться через улицы. Мейсон, ко мне. Пошли. Смотри, давай вперед. Боуман, заходи справа. Ратира! Уже. Уйдите нахрен с дороги!
ополченцев. Началась высадка войск в заливе свиней. Ты направлялся в комплекс Кастро. Мы его теряем. Давай еще раз. Выбора нет. Какого хрена? Вот и комплекс. Карлос и его люди должны напасть на аэродром. Уже сейчас. Это сигнал. Цепляйся! Вот так! Внимание. Держаться вместе. Сними его. La invasión empezó. La pista de aterrizaje está bajo ataque. Отлично. Они все отвлеклись на аэродром. Впереди конвой. Не вступать в бой. Тихо. Пусть пройдут мимо. Боман, заходи слева. Выдвигаемся. И не без причины. Мы пытаемся убрать его уже 3 года. Сегодня нас ждет успех. У нас времени в обрез. Поехали. Оман, гнездо пусто. Идем дальше. Нужно поторапливаться. Сейчас Б-26 начнут бомбардировку. Цель должна быть впереди. Вас понял. Внутри движения. На позицию. Ну вот. История в наших руках. Поехали.
Вот так сука! Он прячется за людьми, а она его защищает! Сторонники Кастро и есть фанатики, готовы умереть за него. Оман, цель поражена! У Карлоса проблемы. Они еле держатся. На них насела половина всей кубинской армии. Р-26 бьют мимо цели. Перехожу в главный коридор. Ладно, мы скоро будем. Вперед! Оман, заходи справа! Нас понял. Благослови тебя Бог, Карлос! Скорее, на сахарную плантацию! Вот и аэродром! Надеюсь, Карлос удерживает самолет. Он нас еще не подводил! Повстанцев вот-вот перебьют! Спускайся скорее! Цепляйся! Вперед! Самолет под контролем? Самолет готов, но при взлете нас разнесут на куски. С этим потом разберемся. Мы уходим, живей! Тихо! Мейсон, ты спятил, тебя на куски разорвут! Мейсон, ты
Лиса! Полоса свободна! Да чтоб тебя, Мейсон! Другого выхода нет, Буз. Я знал, на что подписывался. Не волнуйтесь за меня, давайте, выбирайтесь отсюда. Ты мертв. От наших рук. Нет. Это был двойник. Мы узнали о вашем плане. Мы все знаем. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Но пусть он страдает. Такого страдания он даже не представлял. У меня есть идеи, американец. О, да. Это точно. Это была ловушка. Они знали, что мы придем. Этот сукин сын Драгович. Да, это он за всем стоял. Куда Драгович вас отвез? В Россию. В исправительно-трудовой лагерь. Кошмарное место под названием Воркута. Что они с тобой сделали? Боже правый. Ха, чего они только не делали. Почему Кастро не убил вас? Зачем он был Драгович? Ведь Кастро и Драгович работали вместе. Вы были под арком? Да. Да. Куда Драгович сдал вас? Воркута. Сущий ад. Я выживал. Что было в Воркуте, Мейсон? Сам за себя. Чуть меньше года. Ну же, Мейсон, что они сделали? Я бы сдался и подох там. Если бы не план Резнова. Слабак! Американец! Виктор Резнов! Друг мой. Давайте работайте, сволочь! Ты бьешь, как баба! Или вы только через силу понимаете, собаки? Эй, сволочь! Вечно ты, Резнов. Резнов. Мейсон. Каждый путь начинается с одного шага. Вот первый шаг! Мы возьмем Воркуту! Ура! Шаг второй! Приведите! Три! Огонь! Четыре! А сколько горит Воркуту? Пять! Пройти! Два! Шесть! На полную очередь! Позволь мне представить! Сергей Козин! Гроза Магадана! Хорошо, что ты друг, Сергей. Шаг два! Не уверен, что ему можно верить. Полностью. Мы и он не так различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Забытый, покинутый. В Воркуте мы все здесь братья.
наши люди понимают, что это форменное самоубийство. Победа требует жертв, Мейсон. Мы русские. Знаем это как никто. Готов? Мейсон! Сюда! Нас накрыло огнем вспышки! Смелей, товарищ! Удерживай их огнем! И поддержи восстание на юге! По плану. Так, перейти к пятому шагу. Оружие Мейсона скоро будет готово. Стреляй по замку, Мейсон. Спали бы ты нас, черт твою матери.
Кажется, сработает! Эйсон! Хватай гарпун! Выбирай момент! Бери пулемет!
Они пускали слезоточивый газ. Было нечем дышать. Мистер Резно при этом был с тобой. Он все время был со мной. Дверь удержит их не на...